смешарики и все остальные. Че, как ваша неделька? Я вот взял небольшой отдых на тизерах, чтобы не потерять мотивацию. Короче, ладно, неделька вышла жиденькая. Чисто на челе завозим. Ну ладно, подписывайся на канал, а мы начинаем. А сначала мы поздравим стримеров на этой неделе, а именно Макса Павлова, хотя Рофл уже изжил себя. Да реально заебал уже, если честно. Бистикса, Алинурин и владельца канала Кат Джема. Он КСТ, а тоже русский чилик. Ладно. А еще и мой подписчик так-то активный. Я дядя, слушаю очень разную музыку. Прошедшим ДР, новых качественных проектов, не потеть в шерстяных масках, удалить расты крутых костплеев. А мы переходим к новостям. Приветствую вас, мои стримеры! Меня зовут Мистер Твич, и я вас забаню! Итак, у нас опять все крутится вокруг сабок. Теперь комьюнити Твичи за бугром недовольна нововведением региональных цен. Вот эти страны. А вот обещание Твича выплате компенсации, охуели, если у стримера будет убыток. США цена вообще не менялась. СТА нужно простримить 72 часа за месяц, чтобы эта компенсация действовала. Зарубежные стримеры ожидали, что... Окей, да, мне вообще 98 часов надо подстримить минимум, чтобы компенсация начала работать. Вот. Реально. 98 часов за месяц. Это надо сколько хуярить, блядь, как на заводе, реально. Появится отчет о своем заработке и анализе дохода с Твича, но пока, увы, говорят, скоро добавит. Многие СНГ-стримеры говорят, что в следующие месяцы доход будет только падать. В чем я с ними не согласен. Например, я теперь могу подписаться на 4 человека в месяц вместо одного, и стоит это как сходить в школьную столовую. Вообще, мне непонятно их мнение, но им что-то... Да, расскажи, блядь, уже, что происходит, блядь? Уже даже хайповоз не можем преодолеть в 5 уровней. Вначале это было легко, а теперь все, блядь. А через месяц так вообще никто уже подписываться не будет. Вернемся к тому, с чего и начинали, блядь. Только не за 400 рублей теперь, а за 130. Вот тогда-то все стримеры как пососут... Ой, как пососут, блять, вообще пиздец. А потом, но им что, цена маленькая и сабов очень много. Вы хоть там в голове у себя разберитесь. Также в Казахстане подписка стоит на 30 рублей дороже, в отличие от России. Ужас. Вот, например, насчет Эстонии я не согласен, где наоборот цена поднялась. В остальном же полная чушь. В СНГ Твича примерно 35% платежеспособных зрителей, кто дарит и сам покупает сабки. А это немало. Короче, через 3 месяца посмотрим на переобувочную. Я все же уверен в своих словах, что сабки будут стабильно расти. Хоть и не так быстро, как хотелось бы. Ау. Уютно. А вот пользователям Андроида доступна скидка от Гугла на товары или игры, а также скидка на битсы для Твича. Цена может быть разная, в зависимости от вашего нахождения, от 30 до 150 рублей. Акция действует до 31 августа. Нифига вы офигели. Не проебите. Твич тестирует тематические подарочные сапки. При уведомлении о подарочных подписках в чате появляется анимация. Кто-то видел? Настюшка, нет, вот спасибо. Ё-моё, ничего себе, еще и переподписка второго уровня. Нормально. А ты? Неделю назад прошел стримфест. В целом все было круто, но вот само проведение, мягче говоря, подкачало. Что там, блядь, крутого-то было? Хуйня. Стримфест без стримеров. Ну типа окей, там, конечно, были стримеры, но... Все мы знаем, что основного, скажем так... Основной круг стримеров, да, которые как бы там в топе сидят, туда не пошли. А надо именно организовывать такой стримфест, на который бы все шли, на который бы было желание идти, понимаете, там у меня, у Братишкина, у Бустера, у Эвилона, у многих других, Ласка, блять, Мэдисон, Юзя и так далее. А стримеры вообще никак не воспринимают это всерьез. Им похуй, им поебать. И это проблема вообще-то. Серьезная проблема. Поэтому я очень надеюсь, что, ну, в следующем году найдется какая-то Эвилон. Так, блядь, ну вот именно, что... понимаете, стримфест должен быть настолько крутым, что даже Эвилон из Украины нахуй сюда приедет. Так вот, ну да, найдется какая-то альтернатива. То есть какой-то чел богатый, который скажет, а давайте я свой стримфест сделаю. И сделает это круто. И все туда приедут. Вот и все. Вот. Ему нельзя. Все ему можно. Уютно. Немура, спасибо. А так, ну чё это за пиздец? Славчик, значит, я очень ценю. Бля, чё? Чё? Здесь есть Wi-Fi? Чё, блядь, происходит? Попробую, алё. Ёбаный рот.
Денис Вилов Геймс стал топ-1 стримером по сапкам и топ-100 мира за 5 часов. Провел сабатон 120 часов и залутал уже больше 20 тысяч сабов. Респект его лояльной аудитории. Поддержка нереальная для Шанга. С замиранием сердца я смотрю. И 20 046 у Амарант. Это значит, мы ее обходим. Total sub goal. Ёбаный 21 079. Я недавно узнал, что она за один месяц на OnlyFans подняла $1 миллион. Ой, блядь. Как бы нет, это молодец, конечно, но... Вы можете себе вообще вообразить, представить в голове, заработала $1 миллион просто на своих фотографиях. Просто потому, что она, типа, красивая. Прикольно, блин. Балдежно. Весело. Как же она хороша. КСТА заметили, что в СНГ начал расти хайп на сабатонах. Ведь мы не понимали, как это делают в Америке до того, как сапка стала дешевле. А теперь можно понять Людвига, который стримил 3 месяца без остановки. Который спиздил у меня башню, козел. Из-за продления стрима подпиской. Также на хайпе сейчас долгие трансляции, не только подписками, а и просто рекорды. Например, Курсет, который хочет поставить рекорд в 600 часов стрима за месяц. Каджам и ГПХСЛА с бесконечными стримами стоят в сторонке точках их. Twitch тут заявляет, что будет внимательнее следить за попытками обойти бан после ботов в чате с расистскими высказываниями. Недавно многих челов рейдили через уязвимость в фильтрах. После чего Twitch выпустил патч. Также площадка патч планирует добавить еще обновление. ЧМБ по паспорту регистрацию сделаем, а? Да? Как вам идея? Кстати, в СНГ такого нет. Особенно у тех, у кого есть этот чат-бот, чистит моментально чат и отбудут только по тегу. А еще может закинуть в глобал бан на всех подключенных аккаунтах. Также помогает модерам со спамингом ссылки стримера одной команды. А, да? Много раз выручала наших ну, стримеров. Да, вчера особенно это выручал, моя рекомендация для тебя, в если скобочках чат, нет. Не реклама. Ох, ну и жесткая инфа для наших лудоманов. Twitch с сегодняшнего дня запрещает ссылочки на различные азартные игры. Не. Также обязательно нужно удалить последние записи трансляции с рекламой Казиныча с ссылками в чате. Умное решение, кстати. Но, возможно, сейчас все ревки будут только в Телеграме или других сервисах. Не напрямую. Но это и вправду сильно ударит по Казиночу. Ведь процент проходимости на сайт упадет почти в два раза. Побежден, но не сломлен, точках их. Valve удалила недавно добавленные фразы по питче из Dota 2. Кто? А знаешь, у меня такое ощущение, что я один из самых адекватных людей в мире вообще. Строго без стиль. Так, ещё подожди. Ноль ошибок. Удалили, кстати, не со стороны издателя. Причина до сих пор неизвестна. Че получается, Габин все еще в обиде, что по питч не играет больше в Dota или че? Я не понял, но ситуация рофильная. Тоже хорошая новость. Twitch за 10 лет сделала наконец-то сообщение, за что именно и на какой трансляции стример получает бан или страйк. Этого реально ждали 10 лет. Ведь раньше ты просто получал письмо о бане и причину. А когда и что было, а может и не было, неизвестно. Но теперь ты сможешь точно понять, нарушил ты правила Twitch или же можешь подать апелляцию о неверном бане. Да за ладно, это респект. Хотя и прошло 10 лет ожиданий. Кстати, звено откинули на 3 дня вообще без письма. МБ не до конца доделали. А вот у Ютуба не так все хорошо в России. Ведь в СНГ он занимает второе место после Фейсбука по распространению запрещенного контента. Просто скажу, что этот антирейтинг сделала Лига безопасного интернета и Общественная палата РФ. Тут у меня все. Twitch банит пользователей за сообщением не 11. Отлетают стримеры и читеры из-за популярной пасты с этой фразой. А вот восстановить аккаунт будет очень сложно. Требует много информации. Стоять! Я надеюсь, вы сейчас не пишите это в чате. Какой-то камикадзе получается. Также Twitch провел опрос среди компаньонов и партнеров. Говорят, что поможет лучше понять стримеров. Да, отличный вопрос. Сыда? Может, они просто паров флить захотели, точка клик. А вот кардиры с битсами все еще не останавливаются. Например, у Трикси, которому закинули 150 тысяч битсов, вообще стопнули все выплаты. А категории по репорту так и не добавили. Надеюсь, они это пофиксят, иначе кардиры могут сломать всем выплаты с Твича. Ждем патч, ведь это пофиксить не так сложно. Итак, по новостям все. Переходим к номинациям. Открывает номинации R252 март. Со стримами фильмов по КД. Поздравляем. Бомбящего чела Адам Стасу 9. Видно, что CSGO это его любимая игра. Они втроём на виду. Почему вы, сука, стакаете Б, а потом А? Я ваших...
Боже, он слева прячется. Мы за мамой твоей спрячься под юбочкой. Сынок, дерьмо! Алло. Меня чел пришли со мной, ебать! Боже, он даже... Плохой молик. Он что, после каждой смерти, что ли, так едет? Помоги, блядь! Почему ты стоишь, сука? Друзья, меня... Друзья, учила мать! А как вообще так жить-то вообще? После каждой смерти у него чуть вот такая реакция. У нас по канонеям старикой. Аж. Иди соус с фруктоской. Господи, блядь, что? Что? А это кто? О, Оля, в чате. Оль, привет. Это мне. Оль, привет. А ты можешь нам всем рассказать, про кого ты написала в ТГ? Или про что? Про тебя? А как эта хуйня называется на ушах, вот эти вот огромные? Вебкамщицы? Тоннели. Я не знаю, может, это фейк, но я... Почему-то много раз слышал, что они воняют, вот эти вот штуки. Ухи потом, хуй знает. Да? Фу, блядь. А зачем тогда их делать? Ну, на самом деле, реально, вот эти вот туннели, или как их там называют, я не понимаю. То есть, я могу понять татуировки там, как, ну, люди делают. Пирсинг, возможно, в каких-то местах. Но когда тебя ухо дырявит вот так вот, блядь. Типа, это красиво или что это? Я просто не понимаю. Я не говорю, что это как бы плохо. Хотя, опять же, для меня это как-то, ну, немножечко... Немного странно. Я этого не понимаю. Типа, нахера так уши дырявить? А потом, когда ты ее убираешь, у тебя же потом остается там... Как отвисшая такая хуйня, разве нет? Оно же растягивает. Короче, я хз. Да? А я при чем? Пиздец. Че за пиздец? Не понял. О, Таня спиздил и ушел. О, камера, блядь! В доме точно не постримить. Подожди, а че было, стоп? Я не понял. Я спиздил и ушел. О, камера, блядь! В доме точно не постримить. Так это не тайминг, это просто ёбнулся и все. Че Путина вывести, блядь, сюда? Давай. Блядь. Кажется, я начинаю понимать, что у меня с Инетом в последнее время. Какое-то странное совпадение. Балансиры недели вручаю семье Мадистал. Интересный их ламинат не изнулся от такого количества напитков. Я все. Охуенно бы. Мне больше интересно, что на полу после этого было. Вообще в комнате в целом, как бы, да? Чё? Пиздец, реально. А нахуя? Ну, такой кринж недели нельзя было пропустить. Поздравляю, Льва с шадоутиком. А, чё? Кто мяукает? Блядь. Еще дана 1000 рублей, я одеваю костюм медсестры, мерю его. Пончик. Что ты там сделал? Что надо? Ты мудак? Блин, ебать, сука, давит, пиздец. Подожди, откуда у них костюм медсестры? Милоту недели отдам Роману и Лере. Разбудили.
Не важно, понял. Ну, топ недели, как обычно, разделим между несколькими стримерами. Ебать, музончик. Под него надо трактор петь. Трактор! 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 Все. А куда ты, брат? Без башки миду. Ебать, нихуя. Я без башки, справа? Еще без башки. Он без башки в тело. Ебать, нихуя. Ебать, нихуя, ебать. Он на меня не зашел. Блять, в Fortnite же добавили Амогус. Я скачал игру. Я думал, может зайти посмотреть, что это вообще такое. Просто хотя бы попробовать. Амогус. В Fortnite. Ну, типа там Among Us добавили режим. Как в Among Us, короче. Но только в Fortnite, блядь. Вот. Да-да. Убил чувак. Второго же. У меня. 108. Хорош! Один я, один. Звук дайте. Хорошо, Татьяна. Татьяна. Нихуя его. О, блядь, Simple Dude. Шорт я люблю. На. А это кто? На. Нано. Я? А ведь реально я, смотрите, тут написано я. Я. Бать, вы видели флик этот? Я сам охуел, чат. Пасты, блять. Ну и закончим пасты недели. Готовы? Погнали. Не! Слышь ты, обезьянка на стримере. Я тут за... Кто, блядь? Пошел на 15 минут, пока обедаю. Можешь контент мне дать, чтобы мне интереснее было. А то скучно под тебя кушать пока что. Вруби хоть твич контуры тогда. А где? Где паста? А где? А чё пасты нет? А чё нет пасты? А где паста, блядь? А где паста? Подожди, я сейчас не понял. А чё где паста? А чё за хуйня? А чё никто пасту, блядь, не кидает? Алло. А где паста? Не, сейчас я серьезно. А нет, паста. С основной частью. А, это у меня просто адекватная аудитория, вот и все. У меня просто аудитория, которая, ну, такой хуйней не занимается. Вот. Поэтому, собственно говоря, зачем это надо? Собрались. Переходим к вашим клипам. Молодцы, ребята, я всегда знал, что самая адекватная аудитория у меня. Так. Куда нахуй трактор, блядь? Пока что. Ну да, конечно. Скажи, когда цепь. Сейчас ножик выпадет, блядь, конечно. Сука, ебаная, блядь. Сука, блядь. А ты кто? Я тот, который сделал айс разными голосами. А можешь прям сейчас сделать тикток? Сука. А, да, смотри. Давай вот так. Я сейчас сделаю со спецэффектами. Давай. Мауса должен. Как просили, песня айс разными голосами. Эти цепи на мне. Бля, я пойду, наверное, чувак. Я пойду лучше. Пиздец. На фоне меня самого... Строго сказал, что побреется на лос, если нож выпадет. Но он пиздобол. Здоровый, он чуть меньше, как. И все, а так конечно. Там Балумба там 20+. Да, так там здоровый. Да. Бля, вы можете представить меня между двумя братиками? Да я? Я доверяю Витя. Ты что сказал? Нет! Кстати, как попа? Понравилось. Ух ты, привет, мужчины. Привет, конечно. Ну ладно. Ну ладно тогда. А что у вас? Ё-моё, как у Конора Макгрегора взгляд. Ой, блядь! Че? Ай, блядь! Да блядь!
Ну, в GTA играл? Блять! Блять, ну за гуся я еще не проходил, конечно. Он играл в GTA. Блять, ну ебаный рот! В гараж попасть можно только через... Иди, Уилл выгнал. А что было? А, с донатами? А что? Да, блядь, стоит даже... до сих пор! Бля, я тоже хочу попробовать, как спиздить? Иди. Блядь! Ёбаное говно, блядь. А я и забыл зарядку-то вставить, ёб твою мать, блядь. Сейчас вернусь. Нахуй, блядь. А чё меня проверять? Блядь. Опять, сука, играть! Быстро пошёл на кухню у брата, сукин сын, блядь! Прости. Матери хуёво, ты сидишь играешься, блядь! Заебал, я сейчас... Я его ебану! Вот так идешь, заходишь в кабинет, типа. К психологу заходишь, вот так. Да! Братишкина киста слышал? Ну да, слышал. Ну, в плече. Уюта. Моего брата, например, киста. Но она у него вообще в голове, чтобы вы понимали. В мозгу. А вот это вот уже реально серьезно хуя. Он поэтому, собственно говоря, и ходить-то не может. Он парализован. Соответственно, вот как-то так. А, да, да, я! Бузи-бузи-бузи, я на хайпе, я на хайпе, я хайпанутый на свеге, эшкере боя, кстати. А потом говоришь, а потом начинаешь просто спокойно говорить, да, здравствуйте. А, да, я считаю, я хочу в армию, говоришь, да, я хочу в армию, я очень хочу служить. Смотри, что это, кто насрал? Кто насрал? Кто насрал? Кто насрал? Ты же реально говно, что ли? Кто это сделал, это кто, блин? А чё, реально говно? Чё, блядь? Ой-ой-ой! Да футбол фриков против 89-го. Такие скигуль запретили в России. А мне похуй, бля, в Казани запретили поебать. Россия, вы можете смотреть токийский гуль через меня. Там ты сверху, Юля. Брат, снизу, во-первых, я а тут я сверху. Выше, я должен быть выше Алины. Не, все правильно, я считаю. Нет, все правильно. Иерархия, понятно? Выше меня делай. Ага, понял. Вот так-то другое дело. Где они? Работа, где они? Где они? Че за бич? Классно выглядишь. Девочки, ты кто? Ты кому сказал? Мы девочки, серьезно? Серьезно? Шикарный же волос. А при чем тут волосы? Олег, смотри, тут просто стрим идет. Да, я тебе объясняю. Он, Олег, смотри, он просто перепутал со своими друзьями. Ничего, в этом ничего плохого нет. Да, так что все нормально. А так все хорошо. И ты сейчас стрим. А братики-то не такие уж и позитивные и добрые, блядь. Могут, на самом деле, за базар пояснить. Я думал, они только, ну, чисто на позитиве всегда. А тут прям такой, слышишь, ты что, ебать? Чел, блядь. Охуел, сука, ебаная, бля. Нахуй. Извинись, бля. На колени, бля. Сейчас стрим я отнесу. Смотри, я сейчас стрим отношу и к тебе прихожу. Сейчас стрим я отнесу. Че за хуйня? Иди-ка сюда. А смотри, как я могу. Осуждаю. Смотри, как я могу, нахуй. Бля. А, бля! Нормально прилетело. Я украл твое лицо. Теперь оно мое. Бля, хорошо, что мое лицо не трогает. Не знаю, у меня просто, видимо, такое лицо, которое воровать не хочется. Вот. Просто он у всех уже по 10 Конец. Раз воровал. А у меня только один раз тронул. Один раз. 1000 лет назад. Там какая-то вообще старая фотка. Я знаю, что есть. Но мне так никто и не скинул момент, где он ворует мое лицо. Никто. Я не видел, как он это сделал. Как оно туда попало? Ну вот видите. А мое не трогает? Коллекция. Два? В смысле два? Один. Один раз. Кинту маму, блядь, из полотенца сделали. Бля, это же было уже. Она же понимает, что она не дышит, что она не живая, что у него... А, еще и два раза, получается, мне даже не показали, как он ворует лицо. Пиздец. Ну, значит, ой, блядь.
На мою жопу. Ты что делаешь? Блять, ты дурак, нахуй. Да ёбаный нас. Да ладно, мы прикалываемся, мы не геи. Господушка, извини. Как тебя? А можете уйти? Мы как бы, вы нам мешаете. Да я сейчас не то, что уйду, я сейчас... Ты знаешь, что я? Я вор. Дед, иди нахуй, дед, иди нахуй, дед, иди нахуй, дед. Пиздец. Вот это тайминг. У тебя мать проститутка или что? Ой, блядь, нихуя. Обсуждаю такую хуйню. Да какая мать будет? У меня нет, нахуй. Я вообще не хочу Мираж играть, ненавижу эту карту, нахуй. Че за пиздец? Ебать, подожди, нахуй. А как микрофон так мог отлететь, я не понимаю. Что это, блядь, за микрофон? Просто тут как не дергай, он хуй оторвется. А это... Ой. Вот камера может упасть. Подождите. Мираж играть, ненавижу эту карту, нахуй. Она заебала, блядь. Блядь. Вообще. Как это? Понятно. Тамара лежит, Тамара лежит. Ебать там пузо, блядь. Аня, вот так буду лежать, как в грубике. Что случилось? Да, что-то кину, а ты сама реши. Там уголь в пакете. Ёбаный рот, да. Давай. У тебя так структура лица поменялась, реально. Он реально на Эвилона похож. Синяки как будто под глазами, капец. Пошли отсюда. Ух, ебать. Ух ты ж, ёшкин кот. Чё такое, Макс? Чё, я на аквапарк посмотрел. Подойди сюда. Да. Я на аквапарк посмотрел. Ты охамел? Я не охамел. Тебе не стыдно? Мне ужасно стыдно. Всё, пизда, бля. Мне надо как-то позировать или что надо делать-то? Йоу-йоу-йоу, здорово всем, привет, Костя, с днем рождения, бля, йоу. Здрасте. Все, вырубай нахуй, бля. Тут просто снимают видео. Да, у него день рождения через час. Просто он уснул. О. А пока он спит, тут видео снимают. Просто меня не предупредили, я сейчас немного охуел, блядь, с камеры заходит. Я такой, а что делать? А, ну да. Да, блядь. Ксвелио, спасибо. Это прэнк, блядь! Да, блядь! Вау, щищ! Я Паша. Ой. Ой! Что? Ты совершенствовал? Ты сейчас забавил! Пиздец, а как они это делают? Там же панцирь. Пельмень тебе в рот, блядь. Тебе такой ночью будет пельмень в рот. Хотя бы раз в жизни пробовал, глотал сперму, делайте три глотка. Чего, блядь? Ты что, совсем ёб, блядь? Ну, ладно я. Ладно ты, Марк. Бля, я считаю, что каждый самодостаточный мужик должен пробовать свою сперму. Сколько надо? Я не пробовал. Хотя сегодня был такой момент, я подрочил. И этой же рукой начал семечки щелкать. Ну, типа, брать в рот семечки. Вот. Ну, в целом, рука-то чистая осталась. Она осталась чистая. Я просто начал семечки лузгать. Вот. Ну и все. А че? Нормально. В принципе-то, ну. А помыть. Ну так лень было вставать просто. Зачем?
Ну, 10. В целом, в рот, кроме... Ебать. Как там я... Я украл твое лицо. Я теперь тоже вор, блядь. Ой, блядь, ладно, не надо мне такого счастья. Унижение, Рэйбл. Пиздец, просто. 5. 6. Я украл идею и лицо. Ебать, я, конечно. Не, она не злая вообще. Ну, она честная, она не злая. Ебать, что за нахуй там гуль сидит? Все, ладно, молчу. Пиздец, что это, блядь? Ебать, убегай! Убегай, не наш. Тише, на нахуй. Убегай, быстро! Пиздец, что это за место, нахуй? Какая-то тьма непонятная, которая пожирает людей. Вы просто смотрите, она его реально сожрала. Сейчас. Он просто вышел, тише. И тут эта темнота его поглощает. Как в каком-то фильме. Убегай, быстро! Тихо, там девочка. Вошел, блядь, как в портал просто. И она съела. Мне, ну, чтобы почпекать. А, все, теперь уходи домой. Что это такое? Что это? Где? Что это? Все. Блять, на кого я похож? Подожди. Ёб твою мать. Уже есть. Слушай, а это не чья ли тачка вот эта? Вова! Это Вова? Я и говорил. Вова, блядь, я Вова? Сейчас побегу, это будет не Вова, блядь. Братишка? Нет. Это Вова. Вова, блядь, куда? Как я его угадал? Куда? А, ну... Блядь, я думал, ты Моргенштерн, ёб твою мать. Ну и кто-то ЧСВ-то после этого. И вот, значит, зрители узнали, подписчики, он, блядь, уехал. А я бы вышел, поздоровался бы. А он приехал так, чисто повыебываться и уехать. Блядь! Ебаный Бравл Старс для долбоебов! Пошел нахуй, блядь! По всем просто фронтам. Господин Дрейк, вас убили. Батя, блядь! Я такой хуйни не ожидал. Не. Туюта. Вот если бы мой батя услышал от меня подобное в мои 17 лет тогда, он бы вот так не сидел, блядь. Он бы как встал нахуй. И просто бы как переебал бы нахуй. Типа, чё, блядь, ты материшься здесь, сынок? Как ты вообще разговариваешь с батей? А тут? Нормально. Всем вот такого батю. Напоследок! Я из любопытства реально загуглила, как ебутся черепахи. Короче, у них член очень длинный, просто по земле катается. Как у тебя, короче... Чего нахуй? Чё-то не замечал, что у них катался по земле писюн. Блядь, наверное, больно, когда твой писюн постоянно по земле шоркается. Джерри, спасибо за 140 рублей. А они добавили моменты с Элиас? Там, блядь, покруче было. Намного круче. Меня пиздануть, да, блядь? Там целую нарезку можно сделать, тупо. Перед уходом сына родного, как блядь? Нет? Ну, пиздец. Выкачались, будем тренировку. Да, Twitch конторам, да. Ой-ой-ой. Я тебе доначу, а ты даже не мог нормальный момент взять. Два, красиво. Ты там шорты реально? Там шорты. Три. Не, ну ради этого стоит подкачаться, реально, чтобы потом ходить девок вот так вот подбрасывать. О, карусель. Такой, типа, взял на руки, такой, подбросил, такой... И все. Ладно, давай дальше. Если вот так это вообще не писать. Офа, попалась. Ты охуел? Ты охуел? Че? Я бы подрочил. Марк, расскажи. Чел, блядь! Ты че можешь, блядь, против такого чела, блядь?
что ты имеешь, бля, против меня? Мусор. Сантос, ты же ходной. Сори. Сантос, подсосик. Фантос. Сантос. Есть пробитие! Не просто. Деньги хуйня, которая я всегда нажал. Обратите внимание, ты, какая жалость. Что при сапках, что тут, блядь. Ой, блядь, да заберите. Какая жалость, да. Чиро, мне похуй. Мне, блядь, за один стрим 18 донатит, мне похуй. Здесь чисто спортивные идеи. Реально, иди в него, блядь. Огурцы нахуй в этом. Выдергивай, блядь, с огорода, блядь. Вот козел, блядь, это был его план, я понял, это был план Авилона. Он решил рассорить нас с Братишкиным, чтобы распался 89-й сквад. И смотрите, довольный сидит, блядь, теперь. Кайфует, блядь, план сработал, теперь такой, типа, а, ну заебись, чё, блядь. После этого себе машину за 16 лямов купил. Все ясно, блядь, ему заплатили за это. Ему за это заплатили, чтобы нас поссорить. Все понятно, блядь. Бля, если бы тут тысяча была, я бы все равно жопу рвал, понимаешь, по правилам, блядь. Что-то она у тебя вся порванная, блядь. Каждый раз сидит, жопу рвёт. У тебя порванная, блядь, сидят три мужика в хате. Блядь. Неужели я угадал слово? БЛЯДЬ! МРАЗЬ ЕБАНАЯ! Не, ну я, конечно, все понимаю, но можно же было хотя бы топ-донат какой-нибудь в другое место поставить. А то, блядь, чисто вот просто, блядь, моё фоне. Вот чат, у него чат. Топ-донат, у него топ-донат. Вебка, у него здесь вебка, блядь. Может, башню еще такую же строить начнешь? Алло, блядь! Осталось еще только похудеть и быть как я. Ну, реально, блядь. Ну, реально. Реально. Хромак еще, да? Тут надо какой хромак, блядь. Ну, ладно, ладно, ладно. Ой. Ответ максимально. Ебать, конечно, меня тут в этом выпуске дохуище, блин. Спасибо. Она чё, блядь? Простой. В обоих коробках тульский пряник. Бля, вот я помню те дни, те времена, когда мне еще не было прыща на лбу, сука, блядь. Эх, грустно. Это пиздец, блядь. Интеграция это... тульского пряника. Чё, блядь, пойду... Кондиционер отключу. Ты в детстве знал, что мы когда-то будем знакомы? Да. А что написано? Спасибо за... Помощь. О, Дизи. А чё бы? А привет, Jesus subs and one British can sub, booster sub. Понял, да. Денег на мне, будто банкомат. Я многое потратил. Так, бумаг для что? Я как будто сфера. Могу напечатать. Вот это был Братишкин Сабс. Хорошо, давайте тогда попробуем. Первый аромат. Классический Сан-Лоран. Сан-Лоран? Мне такое не нравится. Блин, он заебался своим голосом людей пугать. Что? 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 Игра говна ебана! Что? Последний стрим, блядь. Блядь! Блядь! Сейчас Рома зайдет, будет думать, кто на нее орет. За что выселяют? Я перепутал месяц, в котором я должен был выехать. Мне почему-то все это время казалось, что я должен был выезжать в сентябре, а оказывается, я должен был это сделать уже 15 августа. Но если вы посмотрите на календарь, вы увидите, какое сегодня число. Продли хату. Ебанулись, она стоит 400 кусков сейчас. Надо тренироваться, братан, иди это. Я вам где-то тренируюсь, бля, я все равно всех разъеб... Ну ще, как там ваше лето? Не забыл, продли... что оно нормально скоро вы это придумали. Короче, буду с вами прощаться. Немного отдохнул от 3D-графона и уже пишу сценарий тизера. А ты подписывайся на канал и лайк поставь, если заслужил. Давай до следующей недели, ББ. Как обычно, обнял. О!
Не понял, блядь, сейчас. Че за хуйня тут, блядь? GSVGN 100% не лох, Хес лох, не лох, блядь. На первом месте Хес, он лох. Хес лох, рил. Хес не лох, Хес не лох, блядь, братишкин, лох. Нормально вообще, нет? Хуйня какая-то. Охуели, блядь? Айден. Айден, это вообще мой подписчик вроде. Какие 2000, ёбнутый. Ебаная, блядь. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Ой, блядь. Уходи отсюда сам. Эй, блядь, сука, ссать хочется. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам. Хотя сегодня был такой момент, я подрочил и этой же рукой начал брать в рот. Ну, в целом рука-то чистая осталась. Она осталась чистая. Я просто начал брать в рот. Ну и все. А чё?